быстрой атаки, давление, мощный щелчок Петра Хохрякова, прессинг, момент у Михеева, нарушение в нападении, напор и удача на стороне Бориса. Никита Михайлис добил отскок с пятачка, атаки казахстанской команды, финты, открывание, острые передачи, голевая комбинация барсов, три паса, бросок, в 15-й минуте гости впереди, 2-0. Собрались команда просто на воле, просто фанаты, ну, много писали, много говорили, поэтому на характере сегодня должны вывести. Барсы продолжали играть на характере. На 24-й минуте канадский легионер Бориса Мэттью Фрейтин забросил третью шайбу. Но активность Бориса плавно пошла на убыль. Ястребы завладели инициативой. Пошли на штурм ворот соперника. Андре Петерсон блестяще переиграл своего соотечественника Хенрика Карлсона. Арена взорвалась овацией. Не опускали руки наши парни. Постарались тоже поддержать их. Чувствовалось ощущение, что 0-3 это еще не конец, такое еще не складывалось. Атаки на вдохновение, натиск авангарда, проход и хорошая передача Михеева и продолжение, быстрая смена, рывок Дмитрия Кугрышева, передача на Хохрякова, бросок в касание, 2-3, досадное удаление на последних секундах периода. Сейчас бы, если бы нет удаления, которое случилось в конце, может, на первых минутах наши могли бы уже и третью шайбу забить, а... Сейчас надо будет еще продержаться 2-3 минуты. Авангард успешно сыграл в меньшинстве, надавил. Соперники ответили цепким прессингом. Разорвать его удалось лишь в середине периода. Гости нарушили правила, розыгрыш большинства, несколько возможностей. Пропущенный гол в контратаке и мгновенный ответ. Капитан авангарда Евгений Медведев щелкнул от борта. Шайба влетела в ворота. В сторону ворот бросал просто... На удачу. Ну, все, повезло. Финальный штурм авангарда. Жесткая борьба в зоне соперника и шанс сравнять счет. За 3 минуты до сирены игрок Бориса получил двойной малый штраф. Розыгрыш, серия бросков. Гости самоотверженно сыграли в защите. Авангард уступил 3-4. Получив в конце игры такое большое большинство, в принципе, мы обязаны были забивать хотя бы один гол, поэтому не получилось. Естественно, мы расстроены, но что, готовимся к следующей игре. Следующий матч домашней серии «Авангард» проведет в четверг. «Ястребы» сыграют с клубом «Куньлунь» Ред Стар из Пекина. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, «Антенна-7».